В первой половине июля спортивно-оздоровительный комплекс «Высокий берег», что в Столцовском районе, принимал республиканскую спартакиаду молодых работников нефтехимического комплекса, которая именовалась «Формула успеха». Проходит она уже на протяжении 5 лет, и мы в составе раньше сборной команды совместно со Светлогорским «Волокно» выезжали, выступали, представляли Гомельскую область. А в этом году впервые свои отдельные команды, команды Модельского НПЗ, поехали на это мероприятие. Стоит отметить, что 3 дня соревнований, творческих конкурсов, различных эстафет и супер-супер разных мероприятий прошли очень ярко и красочно и интересно. Дни были насыщенные, не было практически ни минутки для отдыха, потому что пока одни команды выступали в творческих номерах, другие ребята выступали в спортивных состязаниях. Возраст участников ограничивался 31 годом. И хоть это был прежде всего тур дружбы и праздника, здорового образа жизни, результат также имел значение для команд, которые как в творческих конкурсах, так и в состязаниях со спортивным уклоном старались превзойти самих себя. В итоге практически во всех конкурсах мы заняли либо 2-е, либо 3-е место, и в общекомандном зачете у нас получилось серебро. Ну что же, приятно, что впервые выступая своей командой, представители Мозырского НПЗ сразу завоевали 2-е место. Думаем, не за горами и первенство. Хотя еще раз подчеркнем, что в подобных состязаниях важно уже само участие, которое, по сути дела, и являлось победой для каждой команды, принимавшей участие в этой спартакиаде.